Приветствую вас на канале Asmodee Play. Проходим игру Best Inside. Зверь внутри. Глава 8. Я наконец-то добрался до шахты, но что-то спустилось в нее со мной, что-то нечеловеческое. Но я, кажется, оторвался от него по пути. Нужно забыть об этом. Мне ведь говорили, что нельзя тратить время на иллюзии. Отец детектив, шахта. Надеюсь, я найду здесь хоть какие-то ответы. Итак, смотрим. Это мы опять в прошлом, как я понимаю. Так, давайте сразу керосинку заправим. Так. Пасти тьмы. Пройдите через шахту. Так. Давайте посмотрим, что нам предоставляет эта карта. Так, так, так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Что это? Это выходы, уровни, что? Ладно, давайте. Так, посмотрим. Так. Туда не пролезть. Это, видимо, потом надо будет туда лезть. Ладно. Посмотрим, какие демоны нам встретятся на пути. Так как мы в прошлом, тут должно быть страшно. Вот смотрите, первый трупак. Записка. Шахта отца стала кладбищем для многих. Это просто ужасно. Но если я не хочу закончить так, как они, то должен помнить про подсказки из записок Гилмана и следовать за зеленым светом. Иначе я никогда отсюда не выберусь. Он солгал мне. Этот старый ублюдок обманул меня. Он продал мне карту, сказал, что она приведет меня к спрятанному в этой шахте золоту. Когда я спросил его, почему старик сам не спустился за ним, он ответил, что слишком старый, плохо видит. И что я сделал? Вместо того, чтобы посмеяться над старым козлом, заплатил ему, спустился на самое дно шахты и... Да, я нашел золото, только это было золото дураков. Пирит, который даже ребенок отличит от настоящего золота. Моя жадность завела меня сюда, и теперь я не могу найти дорогу назад. Столько дней я блуждаю здесь. Черт, может уже на несколько недель. Слава богу, что тут водятся крысы, иначе бы я уже умер с голоду. Мне приходится утолять жажду грязной водой, и когда и она закончится, останется только пить собственную мочу. Я нашел заметки некого Гимланда, описывающего, как выбраться отсюда. Если бы я не пугался так сильно, был бы уже в безопасности. Я все делал правильно, но когда услышал этот нечеловеческий крик, побежал, пока не выбился из сил. И теперь мне не вернуться обратно. Если я умру здесь, то помните, кто бы ни был, записи детектива выведут вас. Свет — это ключ, зеленый свет, который я видел в некоторых туннелях. А для меня надежды больше нет, я так устал. Хорошо. Так, еще. Это, так, 6, 1, 3. Римские цифры, что они могут значить? В результате взрыва погибло 3 шахтера и партнер Хайда Джордж Уайтхед, которому принадлежала половина акций шахты и гостиницы. Заставляет задуматься, один из постояльцев, который мог бы непосредственным свидетелем происшествия, пропал без вести через несколько дней после аварии. И он был не единственным, кто исчез при странных обстоятельствах. Это все очень подозрительно, а следовательно, похоже, не очень-то торопится докопаться до сути следователи. Я с радостью им помогу, но, конечно, не бесплатно. Так, спуститься ниже. Давай. И к тому... Бред какой-то. Ну давай. Так. Что-то мой отец был умным человеком. Да кто бы сомневался. Ты давай. Вот так. Новая карта. Посмотрим сейчас. Свечи, туннель. Кто-то меня там ждет. Давайте зажгем свечки. Не зажигаются. Блин, плохо. Давайте
А, вот где я. Я вышел из туннеля номер один. Надо пойти в туннель номер два. Давайте по порядочку посмотрим. Ищем зеленые светлячки. Зеленый свет. Так. Ну-ка назад. Так, добавим керосина. Так. Идем прямо до упора. Когда это кончится, направо. Понятно. Сейчас эта стена кончится. Повернем направо. Так. И вот здесь и вот второй. Так, это что? Это я куда? Это я куда-то пришел. Так, надо карта. Где я сейчас? Угу. Что-то я не помню, я что, в другую сторону шел? К четвертому выходу? Так, мне надо искать зеленых. Зеленый свет, я так понимаю. Так. Так, подождите, я в круговую прошел, так. Там я был. Вон он, четвертый выход. Ну, давай, бог с ним, с четвертым выходом. Давайте разберемся сначала. Так, подождите. Так, если я прошел сюда, то здесь выход номер 5. А, номер какой? Номер 3. Так. Туда мне. Не запрыгнуть. Так, бросить. Так. Ай. Почему все так через задницу? Так. Иди сюда. И так. И так. И так. Мне, может, туда и не надо. Ладно. Так, вот. Так, минутку. Это 4, а там что, был 6? Ну-ка, где я? Вот я. 5. Так, и там был 6, все правильно, значит. Значит, я в прошлый раз оговорился. Так. Это 5, который ведет к 4. Правильно? Который ведет к 2. Так. Так, я что-то не пойму. Так, выходы есть. Что за лабиринт такой? Подожди, 2. Который вывел к 4. Так. Так. Так, к 6 он меня вывел. Так, подожди, это. Так, это, ну-ка, давайте-ка обратно в 6 зайду, в 2 выйду. Хороший лабиринтик мне подкинули. Вот. Зеленый свет. Я на правильном пути. Так. Вот. А куда я должен идти? Вот, пока я правильно иду. Господи, я иду кругом. Пока иду кругом, ну и пока иду правильно. Хоть и кругом. Может быть, какой-нибудь оставил здесь записку. Я хожу кругами, черт. Так это я знаю. Хожу кругами. В некоторых играх, кстати, кругами наворачиваешь, наворачиваешь, потом выходишь. Смотрите-ка. Это я куда попал? Но здесь... Стоп.
Давайте заправим керосин. Но мы же идем правильно. Правильно. Сюда идем правильно? Неправильно. Так. Сюда. Сюда не идем, а сюда идем. Сюда не идем. Так, минутку. Так. Так, записки. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, вторая записка детектива. Так, римские цифры, что... А, вот! Вот это, наверное. Что тут? 613. Видимо, в таком порядке надо в двери заходить. Так, ладно, сейчас 613. Давайте заправим керосинку. Так, 613. Так. Я где? Вот она. Есть. Так, идем, идем, идем. Есть. Так. Мне куда? Мне надо один. Так. Ага. Running in circles, так. Damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Есть один, мне надо один. Так. Мне надо один. Есть один. Так, это 6. Так. 1. Так, вот снова зеленый свет. Еще немного я смогу выбраться из этой проклятой шахты. Так, это 5. А где 3? Вот она, 3. Так, так, так. Что мы видим? Блин, пока... О! Это что это? Это мы крутим, открываем. Смотрите, по крайней мере, никто не напал почему-то. Ну, это, кстати, радует. Здесь кто-то есть, и он не очень дружелюбен. Постарайтесь не попадаться на глаза духу. Вы будете передвигаться тише, если пригнетесь. Если дух все-таки заметит вас, убегайте и прячьтесь. Понятно. Посмотри на карту, может, найду подсказки, где Гилмот мог оставить остальные записки. Так, мне карта нужна. Так, я нахожусь здесь. А, ой, мне так в обход. Вот так вот можно обойти. Ну только навстречу к нему выходим. Я вот не знаю, фонарь-то привлекает его или нет. Так. Господи, он сейчас тут из-за угла где-нибудь еще выбедет. Так, я уберу фонарь на всякий случай. Чтобы посмотреть. Так, вот он. Хорошо, что я фонарь убрал. Да беги ты, Калич!
Вот тебе лопатой за твое промедление. Ладно. Теперь будем немножко осторожней. Я же говорю, мы ему навстречу что-то выходим. Он будет там шататься. Так, выключаем свет. Посмотрим, куда он ушел. Так, вот он, нам за ним вот надо идти-то. Так, он сейчас обратно пойдет. Падла, вот ко мне пришел. Это нечестно. Это против правил. Тварь такая. Ладно. Сейчас он обратно, значит, сюда заходит. Это поди специально сделали, чтобы мы так не халтурили. Так. Так, вырубим свет. Идем за ним. Так. У него, наверное, еще и слух хороший. Так. Давайте отсюда посмотрим. Так. Сейчас он должен скоро обратно пойти. Вот он идет обратно. Вот он. Твою ж мать. Бежим. Так. Куда-то сюда мне надо. Да заткнись ты, падла. За мной-то не ходи. Так, вот золото дураков. Где план? Мне бы карту бы сейчас. Так. Где-то что-то здесь должно быть. Записки. Записки мне надо искать. Так, записки. Найти записку. Да, надо искать. Так. Пока он там ходит, у него, ладно, свой маршрут есть. Как такси там будет пока наяривать. Так, так, осторожней. Так, подождите, я пришел. Откуда начал, что ли, не понял. Так, мне надо это обойти и потом влево уйти. Вправо обойти, потом влево уйти. Так, вправо вот это обхожу. Господи, я к нему уже иду. Нет? Вправо обхожу. И сейчас мне надо влево уйти. Вставай, Калич, и беги. Беги. Руки в ноги. А, так он еще... Ага, он ушел. Он посмотрел на меня там. Издалека понял, что ему не догнать. Так, найду подсказки. Конечно, найду, я уже сориентировался без тебя. Так. Вот рычит же, падла, где-то. Вот оно. Мне он туда надо. Вот сюда. Так. Ждем. Ждем.
Ты можешь заткнуться, в конце концов, шахта приносит куда больше дохода. Вот он стоит, ждет. Давай, беги, беги, беги. Вот сейчас можно почитать вот здесь. Вы уж извините, ребятки, что темно. Ну, записки. О, третье. Тут снова римские цифры. Держу пари, они как-то связаны с разметкой в шахте. Удалось установить, что за несколько месяцев до аварии произошел конфликт между стариком Хайдом и Уайтходом. У них обоих была не лучшая репутация. Хайд был известен своей тяжелой рукой, но как-то они... как-то он вышвырнул недовольного постояльца прямо на улицу, не говоря уже о том, что неоднократно бил своего сына Николаса, частенько на глазах у посторонних. Уайтхед тоже был вспыльчив и легко вступал в конфликт. Есть свидетельство того, что он угрожал шахтерам, обвиняя их в нежелании работать. Кроме того, бывший друг Уайтхеда утверждает, что он вступил в сговор с судьей, чтобы прибрать к рукам и гостиницу, и шахту, даже пытался использовать для этого сына своего партнера, молодого Николаса. Ух ты! Так. Ну ладно. Так, что у нас? 9, 7, 8. 9, 7, 8. У нас где-то карта тут была, вот в безопасности. Давайте посмотрим. 9. Так. Потом посмотрим, откуда выйдет. 9, 7, 8. Так. Угу. Так. Ну, до девятки там и вроде без проблем должны дойти. Так, ты, козел, где и крутишь-то там? Так. Так, вот он, 9. Должна быть. Тихо, 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 тихо. Так, мы идем сюда. 9. Так, зеленый свет. Где мы? 7. Господи, нам куда надо идти-то? Позади нас что? 9. Куда бы мы ни шли, нам уже бежать надо. Девять. 7. Бежим в 7. Это мы просто удачно прибежали от страха. Бежим. Так, это 9. Так, нам надо 8. Получается, мы куда бежим-то? Так. 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 Где мы? Господи, нам еще далеко.
Пробегаем туда. Так, мы бежим, бежим, потом направо, потом налево. Так получается. Так. Бежим, бежим. Направо. Вот он, 8. Бежим. Темно, конечно, ничего не видно. Но я не могу рисковать. Так. Ой. Это я как-то вообще прям удачно на него вышел. Так, и куда он идет? Надо узнать его маршрут. Найти последнюю записку. Так, я здесь. Записка там. Так. У него маршрут поди уже кругом. Вот такой круговой у него маршрут. Так. Я здесь. Так, мне, наверное, сюда. Я точно не могу сказать. Что-то я заплутал маленько. Тихо, тихо, тихо. Он что, не один? Что их так много? Так. Так, пока меня пронесло. Давайте посмотрим, где я. Я здесь. Записка находится. Так, мне надо будет сейчас право обойти. Ага. Какой вправо? Беги, Калич, беги. Эй, да конь не один. Ну что ж, это уже сложно. Он не один, я думал, он один. Прятаться от него надо. А как вы от него спрячетесь? Так. Надо просто изначально. Так. Давайте посмотрим, где я нахожусь. Я нахожусь здесь. Ну все. Так. Я бы пошел бы в обратную сторону. Так, вот он пошел туда. И надолго ли он туда пошел? Когда он развернется? Так, ну пока же я правильно иду. Так, надо подождать, когда он уйдет оттуда. Мне почему-то кажется, что вот здесь вот что-то потом произойдет. Самое хреновое, если я действительно вот сюда вот мне надо сейчас. Давай, ты по кругу будешь ходить или обратно возвращаешься? Давай, я в нетерпении. Давай, давай, давай. По кругу ходит. Так, я не дышу. Так, первый маршрут мы определили, осталось только карту найти, чтобы узнать, где мы. Карта есть? Карта, вот. Так, откуда я пришел? Так, это мне сюда за поворот.
Он туда, куда он ушел, мне туда надо будет идти. Я так понимаю. Так, здесь у нас что? XV. XV. Вот так вот. Здорово. Ладно. Мы теперь поняли, куда нам идти надо. Интересно, сколько раза мы можем это пройти? А самое интересное, с какого раза это вы пройдете? Чем дальше, тем больше духов. Да, кровожадный. Так. Так, 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 так. Мы идем за ним. Так, до золота дураков, вот оно. Правильно, иди, иди, не оборачивайся. Ты направо, нам надо налево. Так, он ушел. Вот в этот домик, что ли, нам надо? Так. Так. Снова римские цифры. Вот ты можешь молчать? Благодаря трагедиям пользуется он. Он был на волоске от разгадки. Кажется, Мария точно знала, что произошло. Она упомянула какой-то секрет в моей семье, который мог изменить все, что мог смешаться нас с грязью. Что она имела в виду, что значит что-то, чего не знаю даже я? Ну, давайте посмотрим сейчас вот. Записки. Четвертая записка. Мария, вдова одного из шахтеров, написала письмо. Она утверждает, что знает тайну семьи Хойдов и готова все рассказать. Предполагается, что это может серьезно повлиять на ход дела. По крайней мере, так считает она. В течение многих лет эта женщина пыталась привлечь внимание шерифа и чиновников, но они игнорировали ее, заявляю, что та сошла с ума от горя. Сегодня я встречаюсь с ней лично, надеюсь, что эта история позволит мне выдвинуть серьезные обвинения Джейкобу Хайту. Этот мерзавец должен гнить в тюрьме. Чутье подсказывает мне, что дело попадет в заголовки газет. Измученная вдова, продажный шериф, жадный владелец шахты, который решается на преступление. Я ждал такой возможности всю свою жизнь. Итак, что мы имеем? 17, 13, 14. 17, 13, 14. Ладно. Так. Вон он там ходит, тварь такая. 17, 13, 14. Мы сейчас здесь. 17. Ну так-то недалеко, но нам придется через него идти, 17, потом в 13. Я не знаю, неизвестно, где выпрыгнешь. В 13? Ну можно пробежать только тогда, когда он... Или спрятаться там, за ним идти. Нам надо напрямки же надо будет. Мой отец был очень расстроен, когда узнал, что его партнер оказался среди погибших. Некоторые предполагали, что он хотел избавиться от этого человека, теперь наконец-то нашел способ. Пятница, 25 октября 50 года, 4 человека погибли во время взрыва в шахте. Появились новые факты, связанные с происшествием, о котором сообщалось в предыдущем выпуске нашей газеты. Жертвами взрыва на шахте Кэролайн оказались не только три шахтера, упомянутых в предыдущем номере, но и совладелец предприятия Джордж Уайтхед. Джейкоб Хайт, совладелец, отказался
говорить с журналистами, он выступил с кратким заявлением, в котором выразил соболезнования всей семье погибших. Ладно. Итак, вот. Так. Он один. Вот за ним идти. Он пока нас не видел. Так. И вот он уже идет обратно. Заметьте, как быстро он пришел. Нам надо вперед, надо в 13. Я надеюсь, мы хоть туда забежали. Так, вон он. Это же он? От него свечение же исходит. Так. Вот где ты, тварь? Угу-гу. Я из-за угла выглядывать не имею свойства. Давай, я тебя жду. Буду слушать твое дыхание. Так, ты назад ушел, ага. Так. Вот ты сюда опять зашел, тварь. Так, где у нас 13 надо? Господи, как ты далеко. Это мне надо назад развернуться. Бежать до копыт этих. Так, куда ты пошел? Так, мне туда надо бежать. Так. Так. Потом туда надо бежать. Главное не встретиться с ним. 13. Вот сюда. Так. 13 забегаем. Я фонарь не включаю, извините, если будет темно. Ну, жить хочется, ужас. Так, надо карту. Надо посмотреть, куда нас забросило. Да отвали ты от меня. Так. Давайте посмотрим записки. 13:14. Так. Вон он. Где 14? Господи, вообще на другой стороне.
Я хоть куда забежал-то? В какой-то номер? Не, не сюда надо, мне надо в 14. Я не хочу потом все заново опять проходить. Так. Ну, пожалуйста, чтоб никого здесь не было. Не, никого же. Ну, никого. Вот так вот. Вот так вот. Где я? Ну, и... ну давай. Надеюсь, я скрылся. Тихо, я даже не дышу. Так, идем за ним. Так. Где 14? 14. А. Бежим, 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 бежим. Давайте, давайте выбраться из шахты. Так. Кругами походили. Какая записка тут нас еще ждет? Так, надо керосинки набрать. О, я. Какой маленький скелет, вероятно, женский. Так. Ну это арбалетный болт. Похоже на безжалостную казнь. Стрела прошла через позвоночник. Ну так. 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 Она не жертва несчастного случая. Кто-то, должно быть, убил ее позже и спрятал здесь тело. Так. Что написано? Меделин Лендрикс. Меделин Лендрикс. Так. Ладно. Меделин Лендрикс. Так. Мы нашли труп. Мы нашли труп. Это уже неплохо. Так. Открыть дверь. Конечно, открыть. Там внизу, надеюсь, никого нету. Самое страшное позади. Бежать сейчас опади опять придется от кого-нибудь. Так. Ну давай, хватай. Так. Не понял. В чем проблема? Ага. Здесь такая же штука, значит. Вот так вот. Понятно. Будем тележку толкать. Я понимаю, мы на ней потом и поедем в итоге. Так предполагаю. Так, а что у нас за телегой? Так, спички. Керосинка. Телеги-то ничего хоть нет такого? Нету.
Сейчас откроем, вон там нас там ждет, нет? Нет, не ждет. Потом, ну, слишком страшно тоже, не надо. У человека привыкает. Такая мерзопакостная способность у человека привыкать ко всему. Да. Как бы хреново не было, он привыкает. Так. Иди сюда. Ну, иди, иди. Вот так и взламываем двери. Стой, 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 стой. Я не понял. Я что, не перевел рельсы? Так, стрелки не перевел. Ну-ка. И толкаем, толкаем. Вот, правильно толкаем. И поедет сейчас она. Ох, я бы в нее бы тоже сел. Давай, всех позови на ужин. Мясо свежее здесь ходит. Так, заправим керосинку. Все слышали, что здесь ужин? Обед. Горяченькое подвезли. Или как? Жрать подано. Так. Где-то я. Это я к ним упал, нет? К демонам. О, ладно. Кто-то замерзший там. Так. Так, так, так. Ой. Вот это было глупо. Ну, надо было прыгнуть, конечно. Ну, ладно. Сейчас прыгнем. Как заяц. Или как кенгуру. Кому как удобней. Кто себя с кем ассоциирует. Так. Давай, здесь мы уже знаем, что падать будем. Давай. Мультяшная заставочка. Так. Прыгаем без лампы. Нажмите пробел. Да пробел. Вот так вот. Так. Мы туда не будем, там опасно. Кто-то замерзший. Это Гилман. Он, господи, кажется, он еще жив. Он какой жив, там пол тела нет. Сердце. Думал, у меня нет сердца, блюда. Не сила. Первый раз сам упал, второй раз он меня скинул. Вот и помогай людям. Да, правильно же Покляк говорила, кто людям помогает. Вот тратит время зря. Так, вот я хоть, так, хоть пальцем дотронется, я замерзну. Понятно. Поэтому надо все время бежать. Так. Твою мать, так хочешь знал, что он искусчив. Прыг. 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 Куда? Ну, случайность. Подожди, это опять он. Опять с киркой. Ладно. Я думал, мы от него избавились. Он, оказывается, из всех щелей лезет, как таракан. Посмотри, его что за ним присмотра нету, тварь такая. И полез. Иди. Левее. Правее. Быстрее, выше. Давай, как спортсмен. Опаньки. Ну нет уже его, че вот ее трогать. Давай, 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 давай. Прыг, прыг, прыг. Вниз. Вот так. Сюда. Ну это уже линейка, тут уж просто. А
просто. Да как так-то? А там тогда кто был? Вот это вообще называется жульством. Жульство и мошенство. Если заправлен, на тебя призрак напал. Откуда ты-то? Ступор. Все. Окаменел. Ноги к земле приросли. Срёшься. Так. Два туннеля, три туннеля. Вот сюда. А кто ж только эти туннели-то видит? Ой, сколько много. Давай, призраки, почему сейчас не появились? Могли бы сейчас появиться. Что-то я не понял, что он? Перестал за мной бежать, что ли? Ну, а что случилось-то? Энтузиазма не хватило? Запал кончился? Что произошло с тобой? А это не все. Музыка-то играет, значит, звук какой-то есть. Значит, эта тварь где-то притаилась и ждет. Да, это не человек, это тварь. Вот. Видите? Почему-то летает белый, как призрак. Так. Снега нам не хватает. Ага. Так. Замораживающая волна, прячьтесь за листами металла, чтобы укрыться от льда. Не было печали. Давай. Почему же листами металла-то? Он, кстати, металл-то на морозе хрупкий. Так. Я хоть нормально прячусь? Так, я как спрятался? Кто тут зажился? Так. На мой взгляд, это немножко мошенничество попахивает, потому что нечестно так прятаться за листами железа в то время, когда я нахожусь в воздухе совершенно беззащитен перед атакой. Так. В лампе нет керосина. Ой, мне сейчас не до лампы. Куда мне? Давай, сердце, наверное, надо вырубить. Вот так вот. Как я и думал. Сердце, мы тебя убили, ублюдок. Так что пока маза. Что там? Что? Блин, ну давай, рухни сейчас еще все. Как бывает. Так он ледяной. Разбей ему бошку. Бошку разбей. Зачем ты его трогаешь? Вот красавчик, это скорее всего батя. Батя красавчик, помогай мне. Давай, ты меня уже выручил. Пару раз я же сказал тебе убираться. Смотрите, как он-то с призраками и с демонами быстро расправляется. Моментально. Смотрите. Он, поди, с живыми неплохо разбирается. Ну и с демонами неплохо. Вот такой вот, да. Даже неизвестно, кто он такой, ну. Мощный ашут. Давай. Я вот за тебя обеими руками. Кто бы ты ни был. Закончи то, что начал. Да я с удовольствием. С удовольствием закончу. Дай мне только нож и разрежу его вдоль и поперек. Как бог черепаху. Давай я раздавлю этот комок. Да, там было, куда ты побежал, тварь.
чудовище. Ну что ж, на этом все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки и смотрим прохождение главы 9. Пока!